Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы празднуем вход Господень в Иерусалим, и мы слышали сегодня слова апостола Павла: «Радуйтесь всегда о Господе, и еще говорю вам, радуйтесь». Эти слова отражают настроение сегодняшнего праздника. Когда мы вспоминаем, как множество людей, в том числе и множество детей, встречали Господа нашего Иисуса Христа, когда Он входил в Иерусалим для того, чтобы принести Себя в жертву за весь мир, за всех людей. Те, кто встречали Его, были наслышаны о Его великих делах и чудесах. Они слышали, как Он воскресил Лазаря из мертвых. Они слышали, как Он исцелял больных, как Он изгонял демонов из бесноватых. Они слышали о том, как Он ходил по воде, о том, как Он укрощал бурю. Они слышали о Его делах и слышали Его поучения. И когда Он входил в Иерусалим, они были уверены, что Он идет для того, чтобы воцариться над израильским народом, для того, чтобы, подобно древнему царю Давиду, стать могущественным правителем и восстановить достоинство и славу Израильского царства, которое находилось тогда под римской оккупацией. Они надеялись, что Он изгонит римлян и что наступит то благословенное время, которого на протяжении веков ждали их предки. Но Богу было угодно по-иному распорядиться и судьбой израильского народа, и судьбой всего человечества. Богу было угодно не земную власть восхитить, а воцариться в сердцах людей. И для этого Господь Иисус Христос входил в Иерусалим, чтобы стать царем душ и сердец человеческих, и чтобы царству Его не было конца. И мы сегодня вспоминаем это событие в преддверии Страстной Седмицы, когда мы будем вспоминать последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. И мы очень скоро увидим, как та же самая толпа, которая сегодня встречает Его с пальмовыми ветвями, которая восклицает: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, Осанна в вышних», будет с неистовством и злобой восклицать: «Распни, распни Его». Та же самая толпа или другая толпа, этого мы не знаем. Но мы знаем, что есть суд человеческий, есть суд истории и есть суд Божий. И вот по суду человеческому Господь будет осужден на смерть, потому что властители израильского народа решат между собою, что Его присутствие среди них опасно, что Он может похитить их власть, отнять у них те привилегии, которыми они пользовались. Они считали, что Его учение опасно, потому что оно не опровергает их учение. И вот они осудили Его на смерть. И толпа присоединилась к этому осуждению, потому что люди всегда склонны идти за власть имущими. Но есть суд истории, и этот суд все рассудил иначе. И сегодня весь мир знает, кто такой Иисус Христос, а имена тогдашних властителей Понтия Пилата, первосвященника Каиафы,
знают только потому, что они приняли какое-то участие в жизни и судьбе Господа Иисуса Христа. А имена других славных людей того времени не знает сегодня никто. Но есть еще суд Божий. И суд Божий совершается в ином измерении, чем то, что происходит на земле. Богу было угодно послать в этот мир своего единородного Сына для того, чтобы спасти всех людей. Люди поступили с Ним так, как они смогли и захотели. Они предали Его на суд и предали Его на смерть. Но Богу было угодно воскресить Его из мертвых и сделать Его царем над всем миром. И мы сегодня, 2000 лет спустя после тех событий, прославляем Его как царя, который грядет не царство израильское восстановить, не власть политическую восхитить, а который идет для того, чтобы спасти всех нас, спасти все человечество от смерти, от греха и для того, чтобы открыть нам путь в Царство Небесное. Мы прославляем Его сегодня вместе с теми детьми, которые радовались, когда видели Его, вместе с теми взрослыми, которые Его тогда прославляли. И мы молимся Ему о том, чтобы Он царствовал в наших сердцах и в наших душах. Праздник входа Господня в Иерусалим является вратами, через которые мы входим в Страстную Седмицу. И уже сегодня вечером из праздничных зеленых облачений мы вновь переоблачимся в темные. Мы будем вспоминать последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа. Будем вспоминать вечерю в Вифании, на которой женщина помазала Его миром. Будем вспоминать, как один из 12 учеников, Иуда Искариот, предал Спасителя. Будем вспоминать о том, как Господь наш Иисус Христос был осужден, как Он страдал и умер на кресте. И через все эти священные воспоминания день за днем будет вести нас Святая Церковь. Старайтесь по возможности приходить на этой неделе в храм как можно чаще. Не пропустите Великий Четверг, когда мы будем вспоминать Тайную Вечерю, и когда Сам Господь будет питать нас Своим Божественным телом, Своей честной кровью. Не пропустите богослужение 12 Евангелий, которые мы будем совместно совершать и нашей русско-украинской общиной, и нашей венгерской общиной. Будем читать евангельские повествования о последних днях страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа. Не пропустите чин погребения Спасителя. И, конечно же, все мы возрадуемся о воскресении Христовом в Великую Субботу и затем в ночь пасхальную, когда мы прославим Господа нашего, воскресшего из мертвых. Аминь. Всех вас поздравляю с праздником. Храни вас всех Господь.